И тут же я продолжаю, друзья. Прошлое видео, оно было уникальным. Не пропустите его. 3 часа 28 минут. Монополи, провинция Пуля, южное побережье Италии, Атлантическое море. Прошлое видео было основным из Монополи. Очень много всего в нем было. Тут смотрите, какой красивый такой магазинчик в дворике. Модничка у меня тут по пути, кстати, я прям удивлен. Куда дальше? Направо или налево? Отельчик маленький. Два часа 10 минут я приехал, здесь не больше, чем полтора часа. И, в принципе, за эти полтора часа я считаю, что я достиг многого. Столько всего показал, но сам посмотрел. По 3 евро, ну что так дорого, да? Купить, потому что там, я не знаю, выйду на киоск или не выйду. Блин, слово Монополи нет, так красиво. Какой же выбрать сейчас Монополи. Ciao Manu, bella! Immagino che sarà stamattina. No, adesso le 4:30 già dobbiamo andare alla parte. Sì, non c'è la pasta, quindi. Можно вот такие штучки купить, вот так интересно. Ciao Manu! Ciao! Buongiorno! Buongiorno! И люди вежливые, приятные, вообще просто. Может, даже чек дали. Даже не показал, когда туда шел. Этот собор. По Монополи, я надеюсь, еще опять же я приеду и поброжу здесь дольше. Но не в этот свой приезд, наверное. В следующий раз. Надеюсь, он будет. Очень надеюсь. Здесь вот можно купить фрукты. Фрукты. Так, а вот, наверное, вот этот собор. Если небо. Так, ну туалеты по пути мне не встречались, тоже воды нет, и туалеты не встречались. На вокзале это надо должен. В поезде я не знаю, но по идее в поезде должен быть, наверное, да? То есть, в принципе, если экспрессом вот так пробежаться, если вы не боитесь бегать пешком, если вы боитесь бегать пешком, Монополи вам как бы путь заказан, потому что тут нету, видите, общественного транспорта. Может и есть, но его нету, видите. То есть тут все надо пешком делать пешком. Пойду я, наверное, туда, друзья, что-то я чувствую, что на вокзал можно идти, чтобы не перепутать направление, вот что самое главное. Как-то вот так будем выходить сейчас улочками.
Вот, то есть экспресс-методом вам хватит, если у вас впритык мало времени, то за 2-3 часа Монополи вы немножко изучите. Причем я ж туда на дальние пляжи еще ходил, не забывайте, не сразу сюда пришел. Так что за 2-3 часа можно увидеть многое. Я надеюсь, вы посмотрели все части, я не знаю сколько, но минимум 3 части с Монополи, 4, наверное, даже. Не пропустите, я, наверное, отдельным плейлистом Монополи их сделаю даже. Он того заслуживает. Все основное увидел. Я боялся, что реально сейчас покажу те пляжи и буду идти на вокзал. Я боялся, что вообще ничего больше не увидим. А мы увидели все. И это же классно. Ну что, как вы думаете, на вокзал? Ну давайте идти сюда. Направление вообще не мог перепутать. Не, ну может быть все что угодно, в принципе. Но в любом случае где-то тут чуть правее. Так вроде как направление верное. Если море за спиной, то я иду по любому сторону вокзала. Вот она, это главная площадь. Давайте все-таки через нее двигаться. Не ходил я, друзья, в кафешке. Я нормально прожил. Прошутто, моцарелла, колбаски. Вы видели, я в Lidl показывал. Для человека, который 6 лет этого всего не видел и не вкушал. Какие могут быть кафешки? Я пиццу, в конце концов, могу и в Турции поесть. Понятно, что не такую, как здесь. Понятно. И паста. И паста тоже вкусная в Турции. Просто Италия захватила большую часть рынка европейского. А паста турецкая из твердых сортов, она не уступает итальянской. Она тоже идет на экспорт в те страны, которые не покрыла Италия, так скажем. Что, дай бог, чтобы вокзал был в минутах максимум 15. Аккумулятор может сесть, друзья, в любую минуту. Мира, добра, позитива всем. Спасибо большое, что вы со мной. Это Монополи, Италия. Ромка Рокер, который проживает в Турции на данный момент, приехал сюда впервые в своей жизни. Я нахожусь в городе Бари, в Монополи я приехал, поскольку узнал, что недалеко от Бари есть такой замечательный живописный уголочек. И еще есть, тут есть еще по побережью, можно поездить было, еще много всего вам показать, но это надо было месяц как минимум. Я очень много всего могу вам показать. Как думаете, есть необходимость чуть правее? Все-таки же я пришел оттуда. Ну, можно чуть пройти. Ой, все, на улице с тенечком вышел. Боже, как классно. А сейчас как приеду, мне сразу надо будет бежать к Николаю. Там тоже пешком и тоже как бы по солнышку. Какие-то автобусы, в принципе. Что туда идти?
Тенечка здесь нет, мне не нравится. На велика здесь ездит. Потому что автобусы, видимо, не часто ходят по этому городу. Ну, я думаю, ну, тут все в пределах часовой доступности. Поэтому ты пешком ходит не проблема, конечно. Фух. Хорошая улочка, прохладная прям вообще. Не хочется уходить с ней. Стейсион, что-то написано, станция, наверное, да, станция, типа, так, я пойду, там солнце, вот тут вот эта улочка, по ней чуть-чуть пройдусь, она, а, Виа Рома, она моя, все, я тем более должен по ней пройтись, потому что она моя. Фух. Все равно влево придется выворачивать, на солнышко. И там вот так наискосок немножко была станция показана. Здание какое-то интересное. Да, мы уже почти пришли на станцию. Я уже здесь ориентируюсь, хотя я здесь вот не был. Я уже вижу. Скоро. Бибиб, Ромка идет. Бибиб. Тут нету перехода, правда, я иду. Осторожно. Боже, друзья. Я думаю, не каждый из вас бы выдержал даже вот этот маршрут по Монополе. Поверьте мне, это очень сложно в такую погоду. Все-таки больше, чем полтора часа пешком. А вот автобус едет, смотрите. Сейчас номер 8 увижу. Линия 1 написано, там что-то на нем. Да, он идет со станции, видите, он идет со станции в сторону центра, то есть таки можно ему ехать. Я так и знал. Ни одним краником меня не порадовали, а здесь, интересно, есть колонка работающая. Так, там что-то хотя автобус поехал отсюда, давайте подойти сюда. Там он укулельки продаются, скрипочки маленькие. Бонжорно, Италия, бонжорно, Монополи. Блин, я на солнце вышел. Боже, как люди могут пить сладкие напитки в такую жаровню, не представляю. Воду люди пьют, сахар, тонны. Спасибо Святому Николаю за то, что дал мне вложиться в это время, максимально увидеть много всего, вернуться к нему успеть. Сегодня самое главное. Спасибо большое всем, кто в
вчера пришли донатики еще, друзья, тоже за всех вас буду молиться сегодня, абсолютно за всех, кто помог мне приблизить эту мечту и осуществить ее. Мира вам и крепкого здоровья всем. Если я не ошибаюсь, сейчас уже будет вокзал. То есть назад я... Тут быстро хочется сесть на лавочку. Сесть или лечь. Едони Эдестра. Уходите вправо, обойдите. Уже неужели это вокзал? Только не высохло. Ну что, все, выключаюсь. Спасибо аккумуляторам Sony The Best. Сейчас попробую купить билет. Вот оно все. Вечером и тяга, красота. Мы здесь были. Покушать можно здесь. Туалетик есть. Вот там можно и умыться в нем, да? Где мужской? С той стороны. Все, друзья, мира, добра, позитива. Спасибо вам, что вы со мной. Дай бог вам всего самого наилучшего. Если я не ошибаюсь, я оттуда приехал.